Всем привет, друзья! С вами снова Денис, канал Wonderful World. Давненько, конечно, мы с вами не виделись. Прошло уже порядка полугода. В общем, сейчас я приехал в город Гуанчжоу, который раньше назывался Кантон, провинция Гуандун. В общем, я пробуду здесь буквально пару дней. Город, конечно, меня поражает. Я давно не путешествовал по Китаю, и сейчас, знаете, для меня это как глоток свежего воздуха. В общем, друзья, оставайтесь со мной. Мы начинаем наше путешествие по Гуанчжоу. Итак, поехали. Сейчас, друзья, мы с вами находимся на острове Шамьен, который, по сути, является небольшим парком, который отделяется от основной части Гуанчжоу небольшим проливом. Да, и, по сути, это является островом. Он просто насыщен колониальной европейской архитектурой, потому что раньше здесь было влияние Англии и Франции, поэтому можем здесь заметить очень много европейских архитектурных сооружений. Друзья, мы с вами находимся у самого старого христианского собора, который называется как Собор Святого Сердца. Он был построен в 1861 году, и на его строительство ушло порядка 25 лет. Он исполнен в таком готическом стиле, и некоторые детали даже поставлялись прямиком из Франции. Высота этих двух башен составляет порядка 50 метров. Очень такое удивительное историческое место. Друзья, вот эти вот узкие улочки просто завораживают меня, потому что это, наверное, воспоминания о старом добром Гонконге.
Сейчас, друзья, мы с вами находимся на Пекинской пешеходной улице, которая существует уже на протяжении 700 лет. Очень такое туристическое место, очень много народу, очень много сувенирных лавок, где можно купить всякую всячину. Какао со льдом. За моей спиной расположена Кантонская телебашня. Высота ее составляет 610 метров. Эта башня занимает второе место в мире по высоте среди подобных телебашен. Она была построена в 2010 году. И, в принципе, архитектурное сооружение довольно-таки интересное. Буквально через 5 минут должно начаться световое шоу с участием нашей Кантонской телебашни. Сейчас, друзья, мы с вами находимся на известной торговой улице, которая называется как Шансяджо, пешеходная улица, где расположено много торговых лавок, сувенирных магазинов. Эта улица была построена в 95 году, ее протяженность составляет около 1 километра. Здравствуйте! Сейчас мы с вами взымаемся в гору Баюньшань, гора белых облаков. Это место считается одним из известных в Китае. Я хочу, в общем, забраться на самый пик и показать вам ту красоту, которая будет открываться с этой горы.